До главного события года для воспитанников заслуженного коллектива остались считанные дни. Напряженная работа для руководителя, очередные прогоны, на сцене участники в полном составе. Каждая деталь движений, повороты и даже взгляд с улыбкой – все работает на зрителя. Аплодисменты станут главной наградой для танцоров. Я с большим удовольствием хочу пригласить всех жителей и гостей города Солигорска на наш творческий вечер, который будет проходить 25 ноября в 18:00. В этом концерте будут участвовать все наши составы коллективов. Это и фольклорный коллектив «Топотушки», это и образцовый ансамбль танца «Зорочки», и это заслуженный коллектив Республики Беларусь, ансамбль танца «Созорье». К этому событию коллектив готовился усердно. За плечами участников не один год репетиций и тренировок. В 2018-м заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбля танца «Созорье» отметит свое 20-летие. Теперь это узнаваемый на сценах страны коллектив. У них свой темперамент и свой стиль. Присутствуют как народные танцы разных стран мира, так и современные хореографические и сюжетные постановки. И присутствие вокала в танце. Вязковые замалевки обещают быть захватывающими и яркими. В искусстве удивлять зрителя, творческому руководителю, режиссеру, постановщику Вадиму Матанцеву нет равных. Мы стараемся удивлять каждый год наших зрителей не просто номерами, а театрализованными номерами. И мы выстраиваем их в такой большой спектакль. В этом году мы хотим немножко удивить нашу публику и показать совершенно истоковую хореографию. Это народную хореографию, в которую будут ходить полотна и белорусской, и украинской, и русской хореографической культуры.